Площадь имени Григория Носова ждет масштабная реконструкция. Преобразование будет проходить в несколько этапов. Начали с замены трамвайных путей. Сколько времени займет капитальный ремонт переездов, расскажем в следующем сюжете. Площадь имени Григория Носова – одна из самых крупных в Магнитогорске, поэтому и протяженность трамвайных путей здесь немалая, но заменят только рельсы на кольце. Это 830 метров в оба направления. Это место сейчас нуждается в ремонте, потому что здесь износ рельс произошел, как вы видите, разрушение асфальтобетонного покрытия, что составляет неудобство гражданам города, автомобилистам. Поэтому переезды переведем в порядок, будут ровненькие, хорошие переезды. Рельсы на площади не меняли больше 30 лет. Замена асфальта на переездах тоже не проводилась, только ямочный ремонт. Специалисты Магортранса и дорожного специализированного учреждения должны закончить работы до 18 августа. На это время поочередно будут перекрывать трамвайное движение. Автолюбители эти изменения не коснутся. Будет закрыто с 4-го трамвайное движение, это со стороны Октябрьской. Трамвайное движение будет осуществляться и подвоз сотрудников на промзону, на комбинат. Будем это со строителей. Это где-то до 8 числа. С 8 августа закроют трамвайное движение по центральному переходу. До проходных будут курсировать челноки. Реконструкция площади продолжится и в следующем году. На очереди замена асфальтового полотна. А до конца этого сезона планируют сделать ровными 20 переездов. Ксения Перчаткина, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИ.